В Малиновском районе города проводят капитальный ремонт дороги. По инициативе Украинской морской партии около 5000 квадратных метров разбитого асфальта на проезжей части заменят на новый. Кроме того, ремонтные работы ведутся на тротуарах возле многоквартирных домов. Проводится капитальный ремонт пешеходного тротуара. Меняется старый разбитый асфальт на новый. Проводится, вы видите, установка и парковочных карманов. Наконец-то машины не будут переграждать целую полосу. Очень много ко мне поступало обращений раньше от жильцов этих домов в том, что вот такие вот существовали проблемы. Мамочки на колясках не могли спокойно здесь ездить, потому что дорога у нас была в таком состоянии, как, наверное, хуже, чем после Второй мировой войны. В принципе, с дорогой у нас всегда была здесь проблема. Огромные ямы, сливалась постоянно вода и в дома из-за того, что бордюров не было нормальных. Вот. И, соответственно, как бы была проблема, заливался даже у нас по первом подъезде, заливало подвалы. Ну, сейчас, благодаря стараниям, вполне вот ремонт идет.